Тоже можете решить посредством ролла сатары рэпа Джулиан. Скиллы из вас нормальные. Тот этот, что тот. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Сатары рэпа, ты здесь? Мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Нет, вырвался наружу. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Пасок на ап нету. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Форты. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Мейден мама, это Биарнегар, если что. Мейн у него в северном сиянии, кажется. Блять, слуга в сердце Биарна. Почему один там убил? Блять, в натуре. Как вы его согрели вообще там дали? Пора это было? Снизу тоже пошел. Зеленый пошел. Сегодня. Давай бы можно ехать. Завать. Две ИК принесли, две РСки. Сорока обычку. Вам максимум. Аркон, это ты был? Нет, я вообще еще перед этим прожимал стопу. Тогда это было. Там лепец иногда приводит их. Я не знаю, что был, да? Кон. Приветствую. До встречи. Может, это был Резидентос? Сдал рано. Да, потом. Паша, зачем мне кинул скрин с када, если она не надо? Потому что там он 19 дал, а по рекаунту 18700. Да я вообще понял. Может, Денис со скадой? Я по скаде тоже походу 20-ку даю. Ветрик умудрился 20к дать. 19700 прикаунт там. Ну это хорошо. Это пиздец, я хоть знает как он так кинул. Да нормально, нормально. Ты же понимаешь, что тебе сейчас бок кинут с пола? Я надеюсь, такой гнили не будет. Если нормально, по-хорошему выйдем, спокойно выйдем. Мне кажется, тут ДПС такого не будет, типа, ну. Так,
Перед ну, в том рейде было не 337, а 310, называется. То он бы 21500 где-то выжил. Кил в рейд. Нужно как-то их законтролить быстренько, отвернуть от рейда. Это легко сделать. Я пока подумаю, как их делать. Кому же отдохнуть. А что там? Саману приду. Сейчас. Президент с кулаки. Сразу займу. И все кресты сразу займу. Биарнигар, ты слышишь нас? Как тебя зовут? Иран. Хочешь, чтобы выиграть 500 ЕП на ивенте на месяц будет проводиться так. Кажется, паралимпиада. Нужно по своему классу занять первое место ЦПСу. Кидаются скрины в теме, в темах. Все это сверяется. Вычисляется самый лучший ДПС. И игрок с самым высоким ДПСом. 5 ЕП раз в скрин нужен с аккаунта с ДПСом рейда желательно. Незначительная вещь, но для статистики пойдет. Рекаунт не всех петов имеет. Всех. Нет. Да. Но он или ему не видит. Читывает. Классный спор, да, у нас? Нет, да, нет, да. Я тоже так. По-любому ты выиграешь. Почему тогда у Ретрика тоже по скаде больше, он тоже петов вызывает каких-то? Ну, я сегодня уже рассказывал, но рекаунт считает с момента любого атаки. То есть даже если не ты ударил, то пошел уже отсчет. Скады считает с момента твоей активации, то есть с того момента, как ты ударил. Не знаю, то я есть, думал, что это... Вначале да. Там зазевался, по телефону позвонить. Освещение киньте прямо под сурка. И посмотрим, если скада и рекаунт одинаково дадут, то значит... Нет, начнем бить за 15 секунд до конца боя. Потому что мы слышим, это будет... Типа ты 30-ку выдал или что? Хорошо, что мы умеем говорить одновременно. Скада выгодна для людей, которые там не могут вовремя начать бой, да, пасть по клавишам вовремя. Скажем, с рекаунта, не знаю, кому-нибудь милик там, или потом процесс спамил кому-нибудь скилл, и сразу да, магами, каким-нибудь престом ты начинаешь выкастовывать спел. И только с того момента, как ты его выкастал, у тебя идет запуск. Ну, момента боя ты начинаешь кастовать, уже идет ДПС. Ладно. В комнате или еще самый простой пример. Самый простой пример. В комнату затягивает, у тебя рекан продолжает считать, у тебя у всех ДПС падает. Кроме тех, кто непосредственно бьет. К примеру, милики не бьют в комнате, у них ДПС падает. Хотя по факту они ничего не делают, просто не бьют. Скада, она просто стопает этот момент, и с момента выхода из комнаты она опять запускается у тех, кто он должен бить. Это все круто. Это охуенно классная история. Боб. Че, кто там каски раздает? Войд, походу. Войд. Ой, ты тут? Что ты раздаешь? Ну смотри, один забил кулаки, один забил кресты. Протик явно бафает прота.
Вот и решили, да? Вот, ты тут? Да. Вот. Ой, ты здесь? Сейчас я каски пробафу. Да не, подожди. Ты бафаешь щиты, все верно. Будет каски. Да я его попросил каски, какую Дима каску дал. Ну чё, присты, кто из вас в хила пойдет? Джулиан, Сатара, Рэпа? Почему вы сами не можете решить? Ну пусть пароли точно так же, как ДКшки. Ну один человек уже кинул ролл. Тут рэп, у тебя нету там хила? Ты ж был Холи Престом раньше. Нормально хилил, РС были. Дайте лапку. Да там... Что это значит? Ну давай тогда, Джулиан, спекайся в лице. Как, кто еще есть? 29 человек, один слот ссылка. Кто-то хочет пойти? Да мы пол целкам пронесли без варенька, так что сейчас можно 24 пронести. Прям же сказал, зайдет. Так и где ты вагоны видишь? Сейчас, подождите пару минут. Слушай, Серега, а ты вот это, в курсе, кто такой Терешкова? Че, он крутой какой-то, не? Да это Дример. О, ты че? Ты че, дядя, не знаешь? Ты че? Дример. Знаем таких. Ну и кто это такой? Стример какой-то, кто это? Стример, да, у меня на Твиче стримы. Ютубер, стример, там конкурентка. Нет. Да я просто на БГ пришел, там с телефоном, по товару не пойду. Что-то мы захватили точку, он говорит, он пишет, уёбки с дарком, ты такой хуйню. Сука. Прикинь. Это же классика, ты его не знаешь просто, он. Со времен адептов началось еще. Он да болен? Нет. Он не болен, он уже как 2 года мертв. Я не знаю, кто играет там. Мертв? Как он умер? А этот под Атиру, короче, лег, а она его ножом вот так. Не, я как не зайду, он всегда на БГ сидит. Не, я посмотрю по онлайну, Джерина нету. Онлайне. ВК ничего не написал. Значит, возьмем какого-то ДК. А Джерин на амбафе был сегодня, не убили, да? Патрон, поворотите. Сергей. Да, я тут. Что случилось с тобой? Куда ты пропал? Я только приехал. И куда приехал? Киева. О, и куда? Рыбу кушаем.
будем голосувати за Юлю. Столик чи ні? Так, 23-22. 23-23. Ты бомб, если отстают. Ладно, погнали. Интересный бой, напряженный, захватывающий, я бы сказал. Каждый раз, когда босс кастует П, я угадаю, кого и кину. Воскресенье умирает с храбрых, Бога его поднимает. Пока. Шипы. Эти лужи, которые разливаются в комнате, как на то, что у них стоять. Да? Протопали, злить. Не протопали, говоришь? Себе бьем. Три шипа. Паш сказал, что у меня было три шипа. Правда, не было, что без маленький, он так сказал. Ладно, идем дальше. Кто осколки забирает? И угон. Что за тапки? Ска. Вот эти кожаные, какой-то рок в чате покупает уже год, наверное. Ладно. Себе дальше покупает. Покупает, а потом что делает? Продает. Ну потом выходит с игры, потому что он пил их. Так, ну... Лэй должен прижать. Язычку не уже надо знать. Сейчас мастер Ау спасет. Корзула нету сохранения. Должен был понимать, что трэш кливает, может сорваться на него. Там бьет Ауе. Трэш сорвался, он его убил. Нам приходится сейчас терять время, раз эти убавы. Верно, еще и бьем сейчас без бафа демона. Я не вижу бафа по себе. Он еще висит. Может быть, у меня просто 4 икона бафов. Вон их. Какой у тебя спик? Давай посмотрим. Болезнейший спик лед. У тебя есть АДК? Давай, море, связка новейших танков Старс, Тщеславия, Моровинд, и там танки Леди. Слева, два БДК, справа протопал. А мы пока покушаем рыбу. Подкрепим свои силы, пробафаем Харзула.
падал на трэше. Ну, давно. Пушкайте быстрее рыбу, регеньте ману. Не забываем. Аркон, заливай инер. Тому шаману даже. Кто тебе больше нравится, тому и заливай инер. Кто тебе больше нравится в этом рейде? Никто, наверное, да? Ты что-то его наебал? Нет. Так, вышел трэш. Особенно справа надо сливать. Там мобы почему-то с фулл хп стоят. Забыл сказать про контроль. Сейчас будет три луча. Нужно дать контроль в эти лучи. Вот я пойду демона за контролем. Фигнул демона. Вот квадрат. Знаете, после анбафа это ЦВК кажется какой-то кучкой. Справа трэш вообще не бьется. Наверное, это связано с какой-то фазой луны 1 февраля. Все бьют слева. Лучи пошли. Братик надо законтролить. Почему-то фир спал с квадрата. Непонятно почему. Меня хочет треугольник убить. Как думаете, переведем босса или нет? Трэша, разумеется. Давай. Давайте, если что, сакру там дашь, будем сливать чисто трэш. А, пошли трэш бить. Трэш слева вышел. Блин, трэш намекает, что нам надо свичнуться с леди на трэш. Контроль посмотреть. Посмотреть духи. Беги, леди. Так, индузон эфирнул. Луна не фирпнулась, короче, меня сейчас убьет. Убила резидентаса. Убивает дальше кого-то. Уф. Реакция на уровне у ребят в рейде. Так, Аркон, подымай резидентаса. Воскресенье срывает агро, у него установлен, наверное, омен. Не видит своего агро. Пошли побьем трэш вот, пока. Сейчас меня еще не подняли. Что-то вижу, Аркон, наверное. Может быть. Звездный огонь, луна там. Он что там будет БР или нет? Контрольте людей. Аркон, прием. Раз, два, три. БР будет. Сейчас поедем на тону. Аркон, прием, бейте трэш. О, меня рез. Бля, не знаю. Команду Релла не выполняет, минус ТП получит. Контрольте мелизону. Квадрат, контрольте. Кливайте трэш. На контроле 5 секунд. Юлиан без комментариев. Кирти луну, квадрат. Я специально бегу в эти метки. Пирить.
типа босс. Файтса сыграл на рейд. Какой-то умник. Плохо. Что тут сказать? Аркон плохо. Может дать БР. 2 минуты думает. Сеня не сидит за своим агро. Чё не? Ну, если ты, ну, ты слышишь дальше, что? Я сказал, кого поднять, ты проходит 20 секунд, ты поднимаешь другого человека. Ты так слышишь? Классно ты слышишь. Ладно, пошли дальше. Его БР Иннер. Это я не молчал, все нормально, Олег. Все нормально. Они послали нам вас. Усмиритель небес. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Славик, а ты чё умер? Не натурал, потому что. Да я тоже вроде, но живой пока. Ну, тоже так притворился. Капитан Саурфан будет... Серёга, стой. ...видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс... Вы чё, на ком там? Нужно, спасибо, дали уже. Спасибо. Так, Аркон. Что ты там писал? Ты не типа шкаф. Не будешь рассать, потому что он тебе что-то сделал. Да? Это писал. Можно сумоните меня и сразу. Аркон, ты слышишь? Ты в РК? Слишком далеко. Нужно подойти ближе. Шо? Что-то у меня ничего не продолжает. Я не могу запустить это. Цель, короче. Ты запускай. В РК лагаешь. Слышишь? Пускайте НПЦ. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня... Аркон, что ты... Что-то ты говорил про Резидентаса, да? Раз я не лагаю. Аркон, взлетаем. Аркон, ты будешь рысать того, кого я скажу. Нравится тебе этот человек, не нравится. Играем мы на рейд, не засерял. Играем мои команды.
еще раз такая фигня будет, заменю в рейде. Прилетайте, сейчас мой будет. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Да, меня слышно. Что очень быстро бьют и корабль. Обнова. Говорят, обнова вышла новая. Год уже мечтал. Порезали урон пушек. Спасибо администраторам, плюс 2 минуты длительности всего инстанса. Запускайтесь, рука. Теперь понятно, что было 3 мага. Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! Кому-то надо счеты Алтера. Этот мир во имя плети! И во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец! Ладно, я отключу РК пока. Надо максимальная концентрация. Попробую дать 15 кдпс крестом. Мы назвали его... Трэш можете не бить, если вам все равно на свой ПР. Не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил,
мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Раскол жму. Серьезно, один висит. 64. Идите в жопу, блядь. Так, воля. Есть рейдж у кого-то на дамаг? Это скада или рекаунт? Очень долго сливался, что трэш, блядь. У Джулиана это скада или рекаунт? Рекаунт. Понятно, да. Блядь. Я не могу прочитать слово рекаунт в первом предложении, видите? Ретрик в полтора раза больше совы в трэш дает, ну, чё за хуйня? Я в трэш надо. Ну ладно, на мне была МК. И пил я зелье быстроты два раза. Наверное, и предание тебя было. Предание не было. Было. Смотри, а если предание, добавить триксы и зелье дикой магии. Что пиздец был. И бить трэш еще в два раза дольше, чем сейчас, то можно 23к дать, да? И... Че там по трэшу было? Гоните в трэш. Все понятно. Повышу. Короче, все понятно, почему 20к ШП выдал, потому что сова выдала 178. Вот и ваш ДПС зависит от других факторов. Покажите в трэш, что там хотя бы тут 5-6. Ну, сова третья, кажется. Если было бы две совы, то у ШП было бы, наверное, 19 кпс. Ну да, как у меня в последних там двух-трех рейдах. 19-200, 19-300. Там трэш только появился, сразу вздыхает. С двумя совами.
То есть, опять же... Первый раз, блядь, только ретриком нахуярил в трэш, просто полбоя ходил по площадке. Все субъективно. Как мы поняли, Олег сам организовал Паралимпиаду, сам же не лидирует. Да, потом зайду на мага, буду ЕП получать. Первый претендент на победу. Там еще ретрик дал, который 20 сегодня. Не-не, у нас соревнования по классам. Он-то тоже наверное, первый. Из ШП? Ну, не, по ретрикам я имею в виду он. А чё, Ваня Конопкин в рейде? Никим. А, значит, просто заходи. Он за Вальку. Чё это за Зилон 4 девятки в РК, женщина какая-то? Это кто в рейде? Зилон. Минус у Нелли, наверное. Есть еще без участника Маде Ин Мама. Маде? Без участника. Мэйд Ин Мама. Северное сияние. Валику второй бить не хотите, она как бы... Она убежала. С другой стороны. А как запустить эпохального? Там моба спросить. Он там предлагает обычный или эпохальный. Это может только Орел запустить? Нет. То есть я могу пойти в обычный рейд Золотой Орды, например, поговорить с НПЦ. Дальше они не пройдут? Ну ты правильно мыслишь, да, правильно мыслишь. Ну так надо чинить это все, сейчас будут троллингом заниматься люди. Серьезно. Ну это активно один сейчас только. Ну, так мало кто уже будет пересобираться через час потом. Ну, сейчас запусти и пошли на другие кварталы. Я предлагаю сейчас запустить и собрать новое ЦЛК, короче, с нуля. Пошли на профа. Убить ребро и потом льду собрать нельзя. Лучше говном обмазать. Чужим. Я думал своим, блядь. Чего во вторник льду не собираете? Все равно рейдов нет. Фу-фу-фу, запахло. Не говорите больше это слово, че. Воняет. Просто во вторник, ну, не могут собрать льду. Не получается. Ну, а тоже не получается во вторник. Уже заходил. Да, заходить на первый. Я тоже перестал ходить, у меня РТ среда на офис. Три льды уже пропустил, да? Две. Да, Санек просто. Дальше я голову забрал, пусть знает когда. Ой, а ты что сам не вернулся к льду? Сам с последнего льда вернул. Мы тебя звали, делал тебе этих промобот. Мы еще кошатницу убили без смертей. Почти в скобочках, да. Говорю паладину, стой в метке, 24 человека стоят в метке, он стоял рядом с черной лужей, короче, стражник вылез, он шотнуло его. Жесть. И он один-единственный сдох в итоге. Все бежали почему-то, он остался и умер. Какой у них паладин? Экстримка. Ну как он говорил, типа, страх на нем там был, короче, я не успел,
Ну, короче, вот эти стандартные все дефолтные отговорки, там, типа, 24 человека стояли почему-то во мне, а он нет. Ну и по итогу, короче, он сдох. Просто вот так вот решил. Ну, решил он так больше не будет, я уверен. Не, да пусть умирает, че, господи, жалко, что ли. У меня-то есть ачивки, людям порят. Мы там на каждом классе без смерти почти сделали. Давай почитаем. На Левиафане сделали? Нет. Да? На кошатнице сделали? Нет. Ни на ком не сделали, по-моему. Ни на Калагарде, ни на ком. Так, ну почти, ладно, давай отходим. Тут идут две собаки. Давайте сейчас согрим прелесть. Да-да, резидентес. Тотемами снова. Повезло. Был на Верочку я в миллиметрах рассчитал. Ну, Нейроне бессмертие было, то я точно помню, на этом, на Визаксе. Ты что-то ощущал, когда вот вы делали это, бессмертие на Нейроне? Да, понравилось. Я захотел носки свои сходить постирать, что-то воняли. Душ принять. Водный душ, да? Голову ополоснуть тут. Да. Он же не сказал снять ни с кем. Пошел месяц. Ну, с надетыми песками. Пошел же на тебя. Ноги в тазик холодный. И помидорки давить, да, ими? Носки давить ими. Слушай, а ты чем я в рейд взял? Че я тут сижу и с стороны в сторону летаю в шестой группе? Я не знаю. Блин, как? Давай, говорит, на сову заходи. Ну зашел я тут уже 30 минут. Просто так. Ладно, я признаюсь честно. Я думал, что ты просто уйдешь в АФК. Поэтому так написал. Ты, оказывается, зашел на сову. Найс, Рок. Я сразу говорю. Йоу. Ну ладно, пока ты в рейде, рассказывай, какие новости из БГ. Не, я на БГ не играл, я вот сессию сдавал. Вот это куда интереснее, чем в БГ. 98. Эту ленточку нельзя, кстати, сейчас паролу отдавать. Что это? Ну, что, не знал, что ли, что с ней санкции наложили? Сейчас. Давай попробуем отдать. Не рекомендую. За тобой выехали уже, если что. Куку Вася тоже ленточки по роллу получал. Смотри, к чему это привело. Ну да, в воскресенье он там очень быстро ролил. Много ролил больше, чем резидент. Вася, да. Вася уникальный человек. Женат, имеет двух детей. Вернее, не сейчас. Ах, ты сейчас вылетел. Да? Слышно меня? Слышно, слышно. Наверное, залагало просто. Да. Давай, Хмели Сунели, Певчий у ворот. Потом Тоби. Слева от босса. Аркон с Этерарепа справа от босса. Альпич, Харзул. Не, Альпич, воскресенье сзади босса, Харзул в центре. Аркон, ты молодец. Да. Конечно же, на 10-й год ты не знаешь, что такое рейндж босса. Если не снимет баблом, лезет, потому что он пробовал в карателя. Надеюсь, если кто-то из шаманов поставил тотем на силу природы. Вот сможет прожать бабл. Ну, в конце должен прожать, а он отказался. Славик, у тебя буря врата. Ну, да, видимо, у тебя не откатывается. Понятно. Там секунду
два паладина, мой баб. Вот он. Стеной. А, он даже не... Он ворот. Да, ворот он. Теоретически мы можем... Новая лужа слится. Убирай большого слизня мили. Два кроме бабл есть или здесь? Есть. Не узнаешь, ждешь персональные данные. Снять можно. Блин, почему вы не захиливаете рейд? Не приходится диспелить. Кто выйдет на рейд? Не могу забрать. Мне брейк. Давай, старая, погиб на отхил. Сакру. Большой взрыв, короче, идет. Отбегаем к стене. РДД на дистанцию выходим. Тут блевота. Привет, дистанции. Кош есть, Лена? Брай большого. Опять взрыв, отбегаем. Отбегаем на стене. Опасно будет, да? Альпич, если есть гимн на отхил, то время спить. Ничего, как он? Понравилось три взрыва на носе? Охуеть. Да я диспелил. Блин, хилы не выхиливают. Пар падает. До хила. Обычный режим. Боится диспелить. Слабовато. Тут губительный газ дал бабу. Сейчас заебись. Даже с тактикой мы умудрились убить. Все убежали, никто никого не порезал. Пенек так и остался. Одного ебана нету больше. Молодец. Остальные тут. Проб ЕП. Чё? Аркон, ты тут? Animal Jazz. Давай, соберись, дружище. Хватит агрить босса. Не давать Берби по команде. Давать какому-то рандомному чё. Соберись уже, начинай играть нормально. Тем временем надо забафаться. И все здесь. Да вроде. Ну да, не все. Фотона нет. Фотон, как там отдыхается тебе? Ну надо, не надо агрить босса раньше времени. Ну, согласен. Не с тобой. Успел зайти. Согласен, но до этого было зайти хотя бы в комнату. На непредвиденные обстоятельства, которые как раз здесь и произошли с нами. Да? Чё там у нас? Чек... А, не, ну, фух, господи. Слава богу, что я вспомнил об этом. Держи, Рэлла, сейчас зайду за креста. До тапки. Пролить. Мог сейчас второй раз опять пульнуть босса. Сейчас я быстро зайду. Кинешь мне пати, Войт. Второго пистолета.
этого не кикай. Можешь не заходить, уже босса запустили. Да? Ну ладно. Я просто еще не охнулся. Надо было подождать за секунду. Чтоб было как на Анбафе. Анбафе было. Как ты говоришь, ты так? Ёбаный урод, почему ты не можешь ставить этого ёбаного боба? Держался 2 месяца без матов. Тут не выдержал. Действительно, для меня это осталось загадкой. Как можно так? Да как Джерри долетел, блядь? А кто? А что, блядь? Ну что это? Да? Не улетает Джерри. Ну что это было? Хватит. Что это за параша такая? Варенька такой начинает ржать, блядь. Давай мне Релла. Ты типа с там дальше пойдешь? Не, я на одного босса. Мне меня кинуть и давай, раздать. Я поставлю его, наверное, все. Да не поменять персонаж. Что такое Харзу? Старать. Или ты что такое спрашиваешь? Написал подставу. Это связано с тапочками. Ну, спиздить это когда ты первый по ПРу, а я говорю в РК после того, как убили Тухова. Ну, Харзул, извини, но я себе тапки за. Вот это называется спиздили. А я написал в РК до ребра на кого. Просто вы расслабились раньше во времена адептов, все мониторили каждый ПР, все знали друг друга. Фотон, просыпайся. Солнце. Тут тебя ждем. Давай. Давай, даю. Погнали. Тут нету макросов на полный чек. Фотон, ты играл Resident Evil? Второй. Что? Ну что это такое? Играл ее, да. Это агро. Надо выйти с ним на дистанцию, я помогу это сделать. Потушим. Лысый пенек, выходи в РДД зону или кто там уже. Ладно, Трисси вышел. Фора, пацаны, фора. Без споры в одной точке это не плохо. У тебя на каждом боссе такая фора, блядь. Ладно, не будем поднимать. Потратим БР на профи. Хочу, чтобы не Аркон лез. Мне кажется, что-то не так с этим рейдом. Кажется, надо набрать еще лучше дистанцию. Так, на чем мы остановились? Мелик, вы так и будете ловить пельмени или Санти под одну ногу и под другую? Похуй на эти пельмени. Смотри, было, у нас было когда-то предложение. Да, за абсолютно все слаки нельзя, даже если с первого трая босс убивается. Он поймал пельмень ГП. Но это привело бы к своим рейдам. Да? Это слишком трудно. Конечно, это трудно. Нет. Но срач был страшный. За каждый косяк. Я думаю, это не так критично. На анбафе, да, еще можно кинуть ПП. Профи, например. Реально потеря ДПСа. Вей 28% ХП. Идет уже. Била. Фотон, ты играл в Resident Evil? У тебя же новый компьютер должен был сыграть.
меня, блин, на этом престе прикосновение вампира длится 15 секунд. Нет, это нам больше идет. Может, тикаем дальше. Я имею в виду 16 секунд длится прикосновение вампира, у меня просто хосты 608. Но тики, соответственно, не каждую секунду, а раз в 2 секунды. Или как там насчитается. Нету тапа. Да, нету. Да, ну, наверное, да? Ралька перестала в рейды ходить, и тапки перестали падать. Ну чё, я успел забрать колье. Хотя и... Я шел с Ролом на этого приста, забыл зайти за тапками, они как раз выпали. А потом выпали... Выпало багровое колье еще. Сейчас перезайду. Пока я перезахожу, резидент Саркон, можете рассказать историю вашего конфликта? Это очень интересно, я думаю, будет познавательно, из-за чего вы поссорились. Ага. Ну, начни, Аркон, начни. Где-то, по-моему, в моем рейде, да, целка? Да вот, блядь, 2 часа назад. Я не говорю, это целка было, да? Нет, подождите, я без Малахова ничего говорить не буду. То есть, а, это как Найв пословица, все начинается с Войда, да? Да не с Войда начинается, все начинается с того, что пацаны за базар не вывозят и начинают друг за друга впрягаться. Базар не вывозит. Интересное предложение. Предложение, ну интересное, да, я знаю. Чего не поделили? Ленточку не поделили, да? Прелесть. Раскол, веришь, нет? Верю, да. Верю, да. Верю, да. Там шли рейд вот этого целка БРС. Там был никчемный огнил, когда-то глифер ложную арту. Он, короче, кто-то из них не стакал, короче, и знал друг на друга, на другого, короче. Не стакал, типа, а сами не стакал, короче, такая, ну мне так казалось, что такая хуйня была. Тут Аркон говорит, рука, ты них не стакаешь, заебал, ты не кричишь на хп, не стакаешь, ты вообще бесполезен. И тот на него начинает гнать, говорит, иди нахуй, типа, заебал, и так далее. Аж ком повесит на хапуре. Просто при чем тут Аркон? Ну типа, зачем он вмешивал? Да, Ларёва там поставил. А ты чё не стакаешь, Раскол? Я стакаю, но просто...